Так, ехали, на обратном пути заехали. Вроде старая Новочунка. Сейчас прокатимся по улицам. Тут коровки у кого-то вот на заезде сразу. Тут вот тоже домов брошенных, конечно, уйма. Пилорама какая-то. Ну, пилорама. А тупик, наверное, тут нет? Да, тупик. Техники много. Тут, видать, вот совсем живут, мало народу. Да, тупик, Вань. К реке? Река? Река. Нет, туда дальше-то зачем? Там что-то есть. Ну, поехали. Да, река рядом. А смотрится, как будто не рядом река, да, была? Нет. Здесь рядом река. Старая Новочунка. Не, ну тут натоптано, да, тут, видать, живет. Кто? Трубы. Теперь уже мы поняли, как определить домики. Если труба есть, значит, кто-то есть. Если трубы нет, значит, никого нет. И от дома там осталось нолик. Развернуться вот где здесь? Все, дальше не едет, там негде развернуться. Мне где-то надо развернуться. Ну. А, тут он. Там. Сейчас маленечко тут развернемся. Здесь, видать, чья-то это зимняя это. Ну как, в лес ездят люди. Как сказать, прицеп, да, этот? Да. Прицеп дом. Он так не дом этот. Зимовьюшка. Как он называется? На колесах. Ну да, лесники в основном в лес таскают. Вот, речка, мысок, вот какой-то это. Беседка, здорово, конечно. Вот тут вот, да, люди живут. Но тут какой-то маленький совсем речка. Это водомерка. А, это водомерка. Ага. Уровень воды меряют. Прокатимся немножко. Деревня небольшая. Вот она, река. Здесь вот интересно, люди живут, хорошо тут живут. Тут прям домики. Домики. Там на заезде корова кто-то держит. Видать, несколько дворов. Да, есть. Тут вот. Сейчас прокатимся. Ну тут сколько? Несколько дворов. Вот вся бачка. Вся бачка такая серьезная. Здесь что-то поражит. Бабачка. Здесь что-то маленько пилили, видать. Доску пилят сейчас. Туда проедем сейчас еще маленько по деревне. Наверное. Если доску пилят, коровы есть, жизнь, значит, есть. Там вон ферма, что ли, какая-то небольшая. Понятно. Там вон что-то вообще все. Там, да, брошено. Прокатимся сейчас туда, если проедем. Вот еще коровы. Вот коровки, да. Ну, да, тут коровки, там коровок. А здесь, видать, уже заброшены. Опять же, брошенные, да, дома. Вот заборы завалившиеся, покосившиеся. Тоже старинные дома. Это тоже старый дом, похож на тот. Похож. Камни такие же, как деревня у нас. Да, ну... Одинаковые. Похож, да, кстати, вырезано. Да. О, какой дом. Остался от дома один сруб, смотри, какой. Вот тоже такой. А его нумеровали, его, наверное, хотели вывести. Видишь, под номерами? Да, ну что-то. Да, видишь, под номерами, да. Его, наверное, продают всего скорее, Вань. Куда-то встали. Я просто сверху. Вот домик хороший, тоже такой прям высокий. Ну, тоже оставленный. Либо как дачка, кто-то приезжает. Да. Тут это все. И тут и шторочки висят, номер 3, красивая антенка. Да, видать, сюда приезжают. Видать, сюда приезжают люди. Тоже на берегу реки, вот она, река идет. Это старая Новочунка. Я ни разу здесь не была. Места, конечно, красивые. Здесь, опять же, видно со Староболтурина вот эту гору. И мы опять ее видим. Все рядышком, все деревни рядом. Но уныние полное просто вообще. Вот здесь трактора такие хорошие. Это все, конечно, деревни. Да, конечно, кого там. Вот на берегу реки тоже, видать, брошенные. А здесь вот маленько живет кто-то, видишь, тут кто-то ездил. Здесь, да. Да, здесь подъезжали, здесь разворачиваешься. Ух ты, как здорово, какая усадьба красивая. Здесь, во-первых, трактора, скот здесь держит. Вон коровки. Смотри, какие-то вот домик красивый. Качелька, тут гараж, тут, видать, живут. Вот трактора, хорошие трактора такие стоят. Вот хорошая усадьба такая тут. Ну, там живут люди. Потому что подъезжали, видать, голосовать да, на выборы, подъезжали здесь брать это, опись. Хотел сказать, да.
Ну вот. Вот и вся деревня. Там вон еще улица есть. Но да, там, мне побольше. Кажется, вообще не живут, потому что там даже труп не видно. Совсем. Печных. А здесь вот обновленный, кто-то, видать, сюда приезжает. Видишь? Приезжают сюда летом, видать, здесь летом живут всего скорее. Здесь напряжение есть. Да, здесь есть, здесь все сделано, здесь все аккуратненько. Здесь только вот эти... Да, здорово. Надворные постройки, вот это место красивое такое. А может, продают... Ну, никого нету, зимой здесь никто не был. Нет. Ну, может, закрыли как дача. Скамеечка. Может, уехали уже. Ну, вот река. Река прям рядом. Вот это красивый, да, домик такой. А вот рядом, да, разобрали, подготовили к продаже. Ну, видать, пронумерованный. Здесь, да, здесь шторки вон висят. Да, тут такое все. Здесь, видать, плодовые насаждения. Вот этот домик, видать, продают, сруб. Сруб-то хороший, вот купить бы его. Ну как хороший, относительно, он там вот погнивший маленько. Не, ну можно собрать с него хороший дом. Домик. Домик, да, хороший. Немного откинется. Вот тоже какой-то. Это гнилой. Ну, что-то написано, внимание. Что там написано? Да. Давай прочитаем. Вот. Культурное наследие Иркутской области, вывеска. Вот, смотри, я сейчас увижу, сейчас я вот здесь сниму. А, что тут такого? А вот тот лучше, чем культура. Ну, культурное наследие, бревна мощные, вековые. Ну, я не знаю, у чем. Вот такие... У нас такие же дома. Ну, тут все разрушилось. Все завалилось, никто за этой культурой не следит, он развалится со временем. Сейчас я прочитаю. Вот она. Дом является объектом культурного наследия Иркутской области. Дом находится под государственной охраной в соответствии со статьей такого-то уничтожения или повреждения объектов культурного наследия. Так, так, объектов, так, под охрану взят. Размер заработной платы и иного дохода, если кто залезет, либо посадят до 3 лет. Лишением свободы. Ну, если честно сказать, тут некому, он рассыпется сам. Жалко, конечно, бревна хорошие, но он рассыпается. Я понимаю, под охраной. А чё, почему никто, волонтеры не следят? Вот интересно задать вопрос, кому бы, да? Он разрушается уже, вот воротишки. Вот это-то тоже является. Это уже все. А дома мы видели намного лучше в Старобалтурино. Вообще резные. Там, правда, культурное наследие вообще. Там уже где-то и есть. Я не знаю, почему этот дом сделали объектом. Надо было что-то. Может, кто-то что-то знает, напишите. Либо мы такие не знаем. Ну, вот в Старобалтурино дома намного старее. Вот что мы обнаружили. Такой дом.